Пару лет назад эти ребята уже проверяли свои желудки на прочность. Представители различных СМИ пытались съесть бургер весом в 3 килограмма, но все было тщетно. И вот новое гастрономическое испытание – полдник Валуева. Это 2 килограмма свиной вырезки и кило овощей. Условия до неприличия просты. Съедаешь блюдо самостоятельно за час – не платишь. Если не осилил, будь любезен выложить 3000 рублей по чеку. На этот раз, помимо журналистов, в неравную схватку ввязался и спортсмен. Здесь, в принципе, рацион на трое суток нормального человека, не занимающегося спортом. По тактике, я думаю, я начну с овощей, а мясо в процессе буду поливать различными соусами, чтобы вызвать дополнительный аппетит. Тактика у меня такая же примерно, как у Дмитрия. Я не ел сегодня, но я не буду что-то есть первым, что-то последним. Я просто сяду и буду есть, пока не наемся. Я бы, конечно, тоже выбрал тактику начать с овощей и потом уже попытаться съесть свинину жареную. Я примерно понимал, что меня здесь сегодня ожидает. Не страшно. Ну и справлюсь. Тактики особо никакой нет. Сейчас попью холодной воды и начнем. Как оказалось, мы четверо были первыми, кто отважился вступить в схватку с блюдом, посвященным знаменитому боксеру. Был мозговой штурм, да, как бы обсуждали, когда разрабатывали меню, как назвать, да. Ну, кто-то пошутил, что о, Валуев бы, наверное, это съел наполнить, даже бы этот не поперхнулся. Вот, кстати, если Николай видит эту передачу, приглашаем к нам в гости попробовать полник, который, да. Да. По подсчетам персонального тренера, в блюде около 10 тысяч килокалорий, избавиться от которых помогут 20 часов активных занятий в тренажерке. Но никого эта информация не смутила. Правда, задора хватило минут на 30 поединка. Уже тяжело так говорить, думать, ничего не хочется. Вот. Битва закончилась за 10 минут до финального гудка. Участники не сдались. А вот желудки начали бастовать. Хуже всех пришлось самому субтильному бойцу. 7 минут до конца. У меня в голове назревает только один вопрос. Кто это придумал? После финального гудка на тарелках еле живых участников еще оставалось еды на взвод солдат. Так что триумф можно смело приписывать шеф-повару и заведению. Правда, техническая победа, так сказать, по очкам, ушла в редакцию Шопенгида. Лучший результат вечера – 2 килограмма 300 граммов поглощенной еды. Осилить полдник реально, если запастись нужными таблетками и невиданной целеустремленностью. В общем, удачи тем, кто пойдет по нашим стопам.